В Ядрине открылся новый завод по переработке молока мощностью 200 тонн в сутки. Это предприятие имеет большое значение как для нашей республики, так и для страны. Оценить масштабы производства и вкусовые качества продукции «Ядрин молоко» приехали представители органов власти, деловых кругов Чувашии и России. Не отставала от них и наша съемочная группа. Хорошая музыка, танцы и солнечная погода стали приятным дополнением важного события для Чувашии – открытия нового Ядринского молочного завода. Проект возможностей. Удачно. Спасибо. Получая этот ключ, хочу заверить, что продукция нашего завода действительно будет радовать всех. Большое вам спасибо. Раз, два, три. Yes. Ура! После официального открытия – экскурсия по заводу. Масштабы производства и высокий технологический уровень предприятия приятно удивили гостей. Они отметили, что завод отвечает всем мировым стандартам качества и конкурирует с зарубежными предприятиями. Современный завод. Такого завода нет еще в Чувашии, да и в России единицы. При открытии завода вы слышали, что здесь были и конкуренты, которые дали высокую оценку оборудованию технологическому, системе работ на заводе. Это будет самое крупное предприятие по переработке молока в Чувашской республике. Новый Ядринский молочный завод – это новые возможности. Совсем скоро предприятие выйдет на проектную мощность 200 тонн молока в сутки. А это в 2,5 раза больше, чем было прежде. Современное оборудование, которое установлено здесь на производстве, естественно, позволяет уменьшить, намного уменьшить человеческий фактор. То есть не будет прикосновения человека к самой продукции. И, естественно, качество молока будет выше. Творог, масло, йогурт, молоко. Ядринский молочный завод выпускает 43 наименования продукции. Молоко в бутылках – абсолютно новый продукт завода. Такая упаковка удобнее в использовании и позволяет продлить срок годности молока. Гости смогли оценить и вкусовые качества молочной продукции завода. У меня нет сомнений в том, что нынешний завод «Ядрин молоко» – это завод не просто высокого уровня, но завод мирового уровня. И очень важно, что здесь сходятся воедино воля, таланты, квалификация и людей, которые живут здесь, работают здесь, и тех, кто поддерживает этот проект уже на уровне республиканском, на уровне федеральном. Молочная продукция завода уже заняла свое место на прилавках магазинов республики. Кроме этого, нашу корову можно встретить в торговых точках Москвы, Нижнего Новгорода, Владимирской области и Мариэл.